Здравствуйте, друзья! Сразу хочу попросить подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Сегодня ко мне пришло две посылочки. Это зарядная для моего квадрокоптера DM007. Почему-то я его сейчас не наблюдаю. Но самое основное — это пульт. Пульт приехал вот такой. Сейчас распакуем, посмотрим, что с ним. С чем его едят. Так. Да, на заднем фоне все тот же Q7, который был на предыдущем видео. Вот, не знаю, пока что к нему не добираюсь, потому что там нужны и шестерни, и моторы. Так, вот он, пультик. Хорошо ну так себе запечатан. Нормально. Вот, вынимаем. Упакован полиэтилен пупырчатый. Распаковываем. Этот скотч, эти китайцы, что на нем написано? Мод 2. Это мод 2, это мод, который стигаза у нас с левой стороны. Так. Очень интересная штука. Это скотч. Вот. Газ, переключение, кнопки. Ну, вы знаете, он мне даже нравится больше, чем от пульта Таран. Сейчас сравним. Чем мне нравится? Тем, что у него здесь есть переноска. Очень удобно держать. У него здесь есть ЖК-дисплей. Кнопки помягче, чем у Тарантулы. Тарантула, он, конечно, побольше, но здесь они жесткие очень. Ну, кнопок здесь побольше. Так, значит. Даже есть что-то клацается. Включение, выключение. Так, давайте включим его, попробуем. Так, открывается здесь болтик, которого нету. Открывается 4 батарейки. Я их приготовил заранее. Раз. Два. Три. Открываем крышечку, проверяем на работоспособность, включаем, даже работает, типа подключился, изменение положения на экранчике работает. Так, за кнопки я пока не знаю. Ага, судя по всему, это расходы меняются. Да, здесь расходы 1 и расходы 2. Это, наверное, связь с коптером здесь указана. Вы, наверное, не увидите. Так, значит, расходы — это флипы. В какую сторону повернете, в такую полетит. По идее, как на тарантуле, это кнопки калибровки. Да. То же самое. Это кнопка камеры. Вниз мы снимаем. Вверх фотографируем. Эта кнопка, я пока еще не разобрался. Что это, если кто-то знает, поделитесь, чтобы я долго не искал. Так, ну сейчас я его подключить не могу, к сожалению, потому что коптер у меня в разобранном состоянии. Сейчас я его соберу и сразу же попробуем полетать. То есть, спасибо. Сейчас же и полетаем. Друзья, нашел зарядочку. Так, значит, кстати, о пульте. Пульт мне обошелся в $11. Нет. Да, в $11, по-моему, 11. Значит, зарядка 7,4 вольта обошлась мне две штуки. Мне обошлось в $4 всего. Это шикарно. Алиэкспресс. Так, значит, зарядка на 7,4 вольта. Здесь все написано. Кстати, зарядка 7,4 вольта, не знаю, я нашел только для DM007 с таким выходом. Специфическая зарядка, больше нигде в Киеве я не нашел, в Украине не нашел. Да, конечно, болтается здесь, так себе. Такое. Здесь индикатор заряда. Здесь подключение к аккумулятору самому. Подключаем. Ух ты, даже аккумулятор. Когда аккумулятор подключен, он загорается зеленым, типа заряжен. Но я в это не верю, я сейчас его еще раз поставлю на зарядку, пока буду собирать коптер. Так,
Отключаемся. И вторая зарядка тоже проверим сразу же на работоспособность. Будет ли зеленая. Так, здесь, вы знаете, здесь даже немножко лучше. Но тоже болтается. Так, подключаем. Лампочка работает. Да, все работает. Так, все, пошел собирать. Аккумулятор ставлю на зарядку. Скоро вернусь. Ну что, друзья, теперь готов я вам рассказать о пульте DM007 шпион, о квадрокоптере, о его зарядке, о его аккумуляторе, камере. Заодно сейчас расскажу, потом пойдем полетаем. Так, квадрокоптер DM007 имеет бесколлекторные двигатели. Насколько я прочитал, насколько мне рассказали, это более долговечные двигатели, чем вот такие. Вот у меня есть. Это загоревший двигатель от Тарантулы. У меня квадрокоптер Тарантула. О нем позже, в следующих видео. Так. Значит, сразу о пульте. О пульте. Слева стик переключения расходов. Стандартные двойные. Справа стик флипы в разные стороны. Клавиши калибровки. Вверх, соответственно, если назад тянет, вниз, если тянет вперед, влево-вправо, соответственно, так же. Здесь клавиша, вниз клацаете, включается видео, вверх клацаете, фотографируете. Когда записываете видео, один раз включили камеру, второй раз выключили, тогда более качественная картинка, но лучше сохраняется. Этот стик влево, по-моему, включение-выключение подсветки, вправо возврат домой. Сейчас все покажу. Ну, на правом стике нажимаете на правый стик, нажимаете, включается headless mode. Как бы квадрокоптер к вам не повернулся, вы им все равно управляете вперед-вперед, назад, влево-вправо. Так, дальше по квадрокоптеру. Нет, не по квадрокоптеру, зарядка. Зарядку я ссылку выложу в описании. Ее это очень редкая штука. В Украине я ее не нашел. Нашел только на AliExpress. Стоила она мне. Две штуки я нашел на распродажу. Попал какую-то. Две штуки мне обошло всего в $4. Она на 7,4 вольта. Аккумулятор здесь на 7,4 вольта. С вот таким вот выходом. Обычной зарядкой. Вот такой вот зарядкой. Его не зарядить. Эта зарядка имеет на 3,7 вольта, максимум 5. С таким вот входом-выходом. Вот. Они одинаковые. Но это не зарядит его. Зарядит его это. Здесь имеется индикация световая. Здесь характеристики ее. Вот. Квадрокоптер, коллекторные двигатели. Подсветка спереди, подсветка сзади. Спереди только синие, по-моему, только синие, да. Сзади красные с синим. Камера. Аккумулятор двухбаночный. Я его отсюда вынимать. Ну ладно, для вас выму. Но его отсюда я вынимаю, снимаю крышку. Вообще полностью снимаю крышку. Так, дальше. Вынимаем шлейф камеры. Вынимать его отсюда очень проблематично. Ну очень. Можно порвать все что угодно. Вот. Вот, аккумулятор 7,4 вольт на 400 мА. Там, наверное, видно не будет. К сожалению, GoPro у меня нету. Записан обычный фотоаппарат. Вот, вставляется она. Ложится она сюда отлично, обалденно. На видео я видел, что у всех имеют проблемы засовывать туда провода. Зачем их засовывать? Просто так вот сложили. Так, вставляем, покажу, как я засовываю его. Так, ножки, защита для винтов. Кстати, дома, в принципе, нормально летать. Более-менее. Ну, то есть, из-за защиты можно не бояться, он его не сильно носит. Ну, он не очень мощный, скажем так, он улетает всего на 150-200 метров. Вчера улетал, так было не очень приятно. Так, вставляем, закрываем. Закрыли. Так, значит, включим его, да? Включаем. Вот, включили. Вот, сзади у нас красно-синий. Спереди просто синий. Вот. Так, коннектим пульту. Пульт, кстати, очень удобный. Вот переноска, очень хорошо ей переносить.
Очень удобно. И в руке он лежит более-менее хорошо. Так, включаемся, коннектимся к нему. Так, приконнектились. Да. Да, насчет шпиона. Я не знаю, как насчет шпиона. Я вчера летал к соседям. Меня очень быстро спалили. Он реально гудит громко. Реально громко гудит. Так, вот смотрите, нажимаем стик влево. Сзади подсветка гаснет вообще. Обратно загорается. Вправо, если мы нажимаем возврат домой, он начинает моргать вот таким образом. Интересно. Оригинально. Так, все, включим обратно. Так, вот так он. Камера имеет вот такую вот подсветку. Когда она пишет, ничего не меняется. Ну, сейчас тут флешки нету, я ее вынул. Сейчас пойдем полетаем, включу. Так, сразу я отключу ее. Вот, кстати, вот о шлейфе. Вот он. Вот он, здесь он не мешает, ему ничего не мешает закрываться. Единственное, вынимать. Разъединять его не очень хорошо. Я так уже порвал себе один аккумулятор, нужно будет его перепаять. Так. А, нет, я не здесь его. Ну, в принципе, ладно. То, нет, то, не об этом. Значит, имеет он вид. Ну, в принципе, по сравнению с H8 мини, небо и земля, конечно. Да, об этом повторю чуть позже. Там без двигателей, без моторов, без шестерней, вообще беда. Беда-беда. Вот от него, кстати, джойстик, ну, такой. Не то. Пульт, у пульта, кстати, у пульта имеется ЖК-дисплей. На ЖК-дисплее отображается все, что только может быть. Так. Отображаются расходы. Расходы, газ, расходы. Флипы не отображаются. Что еще у нас отображается? Непонятно. Ну, калибровка, естественно, отображается. Здесь тоже отображается. Так, ну, в общем, ладно, идем полетаем. Так, друзья, вопросов у меня нету, я уже говорил, поэтому будем летать так, не особо высоко. Ну, поснимаем. Так, коннектимся. Приконнектились. Включаю камеру. И полетели. Сегодня очень сильный ветер. Ну, камера так, на двоечку. АБ Було называется. Ну, когда она крутится, она не сильно хорошо снимает, сразу говорю. Ветер достаточно сильный, очень сильный, скажем так. Сами можете увидеть по видео, как его носит. Давайте включим двойные расходы.